Орловская областная библиотека продолжает реализовывать проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Сетевая акция будет проходить до 9 мая 2020 года. В рамках патриотического флешмоба орловчанам предлагают прочитать стихотворение о Великой Отечественной войне, записать его на видео и выложить в любую социальную сеть с хэштегом «Бунинга-Победа-75». Война – это очень страшное событие, конечно, тех времен. Откуда вернулись наши прадеды, деды. С семьей мы иногда там смотрим фильмы, например, о войне, читаем книги, там посвящаем это время. Проведенная акция, она помогает не забывать о том, что когда-то кто-то погиб за нас, рисковал своей жизнью, что если бы эти люди не рисковали бы всем, что они имели тогда, мы бы сейчас не имели ничего в нынешнем.